Сегодняшний концерт, сегодняшний вечер посвящен делам, в общем-то, давно минувших дней, так получилось, да, потому что Old Story, который Artbeat выпустил в конце прошлого года, это не новая музыка, это переиздание двух моих старых альбомов, один 2000 года, второй 2005, «Цветные сны». В общем-то, я уже перевернул эту страницу своего творчества, думал навсегда, как бы уже отложил. И тут спасибо огромное Артбиту, спасибо Сереже Халину, Коле Богайчуку и всей команде творческой Артбита. Поприветствуем замечательный клуб, замечательных людей, которые постоянно поддерживают инструментальную музыку, что такая большая редкость в нашей стране. Вот, одним словом, сегодня такой, поностальгируем, вспомним конец 90-х, когда это... Я вспоминал, когда мне вручили диск, я ехал в машине, растрогался до слез, вспоминал все события жизни, которые были связаны с этим. Ну, знаете, это компакт-диск, это же как ребенок рождается, это много всего. Вот. Одним словом, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Хорошего вечера. Сезон дождей для вас. Thank you.
Следующая композиция из альбома Chromatic Dreams «Цветные сны». Называется она «Недосказанность». Thank you.
Thank you.
огромное. Странный силуэт был. Спасибо. Ну, немножко латиноамериканской музыки. Мохито. Следующая композиция. Сегодня не только моя музыка звучать будет, я бы очень хотел сыграть кое-что из своих любимых гитаристов. Один замечательный французский вальс из репертуара Бирели Лагрина и Сильвена Люка «Made in France».
Спасибо большое, спасибо. Тоже композиция одного из моих самых любимых гитаристов, Норман Браун, называется она «Трэшмен». Thank you.
Потрясающий аргентинский гитарист, романтик. Люблю его очень много лет уже. Композиция из его репертуара. Thank you.
Хотел бы, вы знаете, опять же, возвращаясь к туда, вот 99-й, 2000-й год, хочется огромное спасибо сказать тем ребятам, тем, которые сейчас со мной сегодня, и тем, которые тогда помогали писать альбом. Замечательные московские музыканты, и среди них наш давний друг, которого мы все очень любим, которого мы все очень уважаем, мы знакомы с семьями. Это замечательный трубач, которого я сейчас хочу пригласить на сцену, Владимир Галактионов. Прошу. Вот. И в те времена мы, когда писали альбом, в том числе записали такую композицию, которая называется «Рандеву», вот вместе с Володей. И сейчас ее... Между прочим, на сцене живьем мы исполняем ее первый раз. Так что сегодня дебют, несмотря на такой возраст. Thank you.
Хотелось бы поиграть немножко другую музыку и сделать анонс
еще других жанров, которыми мы занимаемся, и которые вот скоро, совсем скоро, в этом клубе мы будем тоже представлять. Я бы хотел представить еще одну страницу нашего творчества. Это изыскание в области этники. Занимаемся русской этнической музыкой. Я прошу на сцену Елену Кись и Сергея Филатова. Прошу. Есть такая очень красивая вещь, белгородская, называется она «Закурила-запила». Вообще-то это русский карагод, но мы ее немножечко компилировали в такую ланж-версию сделали. Итак, вашему вниманию, «Закурила-запила». Bye.
на колядках. Не так давно мы встречали Рождество, поэтому помним еще об этом. Спасибо огромное.
Спасибо. Ну да, вот такой вот этнофьюжн экспериментируем с различными песнями. Знаете, очень бесконечно рад, что сегодня со мной на сцене мой друг, с которым мы трудимся очень и дружим очень много лет, уже больше 10 лет. Сергей Филатов, прошу поприветствуйте, автор и художественный руководитель большого русского фестиваля «Этносферы», который свои задачи ставит 21 сентября, он мне подсказывает, состоится здесь же, поэтому пометьте это число заранее. Вот. Одним словом, еще одна композиция из наших наработок. Хотим поделиться также радостью. Недавно на Артбите вышел наш диск, в котором принял участие Сережа Филатов, я на гитаре и наш замечательный перкуссионист Андрей Атабеков. И мы тоже, наверное, будем играть презентацию этого диска здесь, но немножко попозже. Ну и композиция с этого альбома «Летят утки». Спасибо большое, Сергей Филатов. Знаете, я родом с Восточной Украины, из славного города Харькова, и сейчас еще одна обработочка. Еще одна обработочка у нас такой, гопачок как-то родился, мы с удовольствием сейчас сыграем.
Ну, вернемся немножко от этники, вернемся к джазу. «Дождь в октябре». Thank you.
Спасибо. Еще одна композиция из альбома «Возвращение». Кто помнит, может быть, была сейчас у нас радио «Джаз», а тогда была «Престиж радио». Там была рубрика «По ночной Москве», и у меня родилась композиция с одноименным названием «По ночной Москве». Thank you.
Дорогие друзья, подходит к концу наш концерт, и я хотел бы с удовольствием еще раз позвать на сцену Сергея Филатова, дабы сыграть заключительную композицию нашего вечера. Сережа, будьте любезны. Называется она очень загадочно «Тропиночник». Сказочный персонаж, который протаптывает тропинки в Измайловском парке. Сергей мог бы поподробнее об этом рассказать. Прошу, маэстро. Объявление. Измайловскому парку на постоянную работу срочно требуется старший помощник главного топтотропиночника. Друзья, спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами. Для вас играет Сергей Филатов.
Андрей Атабеков. Спасибо вам большое, что вы разделили с нами сегодня этот вечер. Спасибо. Еще раз с радостью представлю всех, кто сегодня отдавал сердце и душу и играл для вас. С большим удовольствием. Сергей Филатов, Антон Горбунов, Владимир Галактионов, Влад Наумов, клавишная, наш перкуссионный потрясающий ударный цех, Артур Газаров, автор проекта «Самбатерия», Андрей Атабеков. На гитаре для вас играл Виталий Кис. Всего доброго, спасибо. Если вам понравилось, вы можете передать нам небольшой привет в конце зала. Всех благ, до встречи. Ирина Кис вокал, конечно же, прошу прощения. И Виталий Кис младший сегодня трудился в колядке. Спасибо, всех благ, всего доброго.